Тяжело по-русски говорить тебе? Я как, не знаю. Как ауслендо. Халло, либо фройнды. Мы с Лерой поехали в гости. Сейчас мы в Лейпциге. Приехали к Ирусе. Ируся. Вы сейчас ее увидите. Это моя любовница. Только Лере не говорите ничего. Да, не говорите. Это ее лучшая подруга детства. Вот так красиво сделаем. Типа у меня как в Мерседесе волшебно. Ой. Вообще все выключу. А не важно, что там не видно, да? Перегрелся, что ли? Зеленый. Мы приехали, но нас никто не встречает. Сейчас я быстро наркотики свои заглотну. Все так цветет красиво. Сейчас я куртку достану. Зачем тебе куртка? Потом холодно же будет, нет? Да это для себя, Тань. Ну? Ира. Да господи, вы заткните. А еще маленький. А что она это? У Лерки тут съемка вообще идет, прикинь. Она просто бросила все на пол и пошла. И все идет? Да. Он даже не распаковывает, что ли? Да нет, он уже распакованный был, можешь отрывать просто. Девчачий подарок. Девчачий. Бумажка. У тебя никогда не было такой бумажки. Абсолютно девчачий, да? Это iPhone 15? Это для машины? Да. А что такое? Да, он как класс. Адаптер. Адаптер. Какой? А для чего? Ну, для музыки. Лера, зачем ты бросила его просто на стол? Ты снимаешь нас на видео? Ну это для себя. Это не показывай. Это для себя, не, Тань. А то выставишь на YouTube, там миллион просмотров будет. Фэнс здесь будет. Фэнс, да, а будет штабеляция. Гучи. А, вот просто бокс? Гучи. Дай папе вот это. Что будешь делать? Стол собирать. Молодец. У меня еще и свой личный инструмент. Да? Конечно. Я сбегаю в машину. Надо что-то понести, сумки. Я кайфуешь? Вкусняшки. Что, сделали? Сделали. Эти дебилы, во-первых, не хватало болтов. Угу. Всего не хватало. Все криво приварено. Хорошо сделали. Вообще хорошо сделали. Там
5-минутное дело собрать этот стол заняло, мы 2 часа колупались. Дебилы! Они, конечно, виноваты. Не наши мужчины. Нет. Я по Лейпцигу гуляю. Гуляю не один. Гуляю с любовницей. Вот любовница моя. Лерка ничего не знает. Зеленый, нет? Зеленый. Где у вас вход в шпаркасу? Сейчас мы бабла немножко снимем и будем тусить. Здесь темно. Только меня видно. Вот так вот идите. Меня крепко обнимаете вот так. Так. Это он специально. Так, ребята, смотрите, у нас шашлык какой. Ян делает шашлык. Ян, привет. Привет. Ян привет всем. Ян умеет по-русски. Ян самый лучший. Да. Нет, нет, я говорю, ты самый лучший. А, я? Да. Только чуть-чуть. Вот, Ян сегодня делает нам шашлык. А сосед специально завел свою эту мельницу, ездит, постригает там. Он, да. Он всегда так делает, да? Всегда. Как люди хотели спокойно. Когда люди хотят спокойно посидеть, он начинает постригать газон, да? Все. 3 минуты. 3 минуты и всё. Готово, да? Смотрите, какую вкусняху нам приготовили. Вот этот специально, только я рот открою, он включает свою эту газовалку. Так, что у нас тут вкусное? Оливки, сыр, разные виды. Сыр разные. Нифига себе. Точно. Так, дальше. А это что такое, я не понимаю? Авокадо. Тостики с авокадо? Да. Ничего себе. Круто. Оливное. А это салатик, да? Угу. Етит кишкинтай. А вот это что? Это шпаргум. Как это? Спаржа. 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 Ну, блаубян и огурцы. Ништяк. Это такой небольшой обзорчик. Закусочек. В натуре я сказал, поняли? Быстро поставили лайк хозяйке. Но я вам их не покажу. Солнышко. Че? Водинок кринкинг, а? А ты что? Взял кисло. Нет, да. Что там делать? Татьяна сегодня нас угощает. Татьяна, вот сколько, столько вкусняшек сделали. Кто хотел в YouTube? Ты хотела в YouTube? Да. Ну, передай привет. Привет. Меня зовут София. Привет, меня зовут София. Вот. София передает всем подписчикам привет. Да. 4500 их, да? Угу. Ты тоже хочешь канал себе сделать? Да, я думаю, да. Ну вот когда сделаешь, мы тебе сделаем рекламу. Ян шашлык делает. А сколько вы с Яном вместе? 15 лет? 15, да, будет. Да? Да. Exact. 15. Yeah. Короче, Ян понимает 100% по-русски и говорит на 90, да, Ян? Нет, 10. 10? Только. Ну, попробуй. Не знаю, что. Готовы, нет. Все. Я думаю, это готово.
Ян, тяжело по-русски говорить тебе? Это я понятно, но это хорошо, ну, говорить это. Говорить тяжело, да? Тяжело. Я как, не знаю, как аузлендо. Не, ты хорошо говоришь, молодец. Спасибо. Все, давай, Геста. Еще нести, да? На. Я так хотела, видишь, все они отмываются. Так, куда мне шашлычок положить? Вот главное, чтобы он не капал. Я хотела так. Ты вот туда я хотел в эту. Можешь? Нажми или это, или подержи, да? Да. Финал. Соня, ты будешь шашлычок? Да. Тебе? Как? Вот это ты себе возьми. Видео снимать, тут фоткаешь. И сейчас чтобы давай. Рука не дрожала. Да, как тут это? Нажимаешь. Стукнуться. Это фокусировка вообще, как ты хочешь. Нам тоже такую надо. Палку. Палку селфи. Право, лево. Пробуй делать. Видишь, она тоже с тобой ездит. Туда теперь поверну. А если хочешь... Хаусту класс? Нет. Нет, у меня есть. Йога учится. Она так открывается. Давай вот запомним так. Она это автоматизирует. Все.